Значит, вот вопрос. Ford Transit. Спереди посмотрите диски какие. Диски на 14. И резина на 14. И сзади диск уже Соболя. И резина на 16. Вот, все это стоит на Ford Transit. То есть мост Соболя с Газели реально поставить в Ford Transit. Ну, из Газели или Соболя, они очень похожи. Вот. Вот так вот. Как это работает? Ну, в принципе, работает без всяких проблем. Просто в интернете пытался найти информацию по этому вопросу. Честно скажу, ничего я не нашел. Ну, только там обсуждения, люди обсуждали, что можно или нельзя. Будет вибрация, будет смещение. Ну, вот как бы не нашел я, чтобы вот по факту кто-то поставил, выложил видео. Ну, пришлось самому поставить. Значит, выкладываю видео, уже год я эксплуатирую, или даже полтора. Проблем нет никаких. И работает машина без вибраций, машину никуда не тянет и резину не кушает. Значит, вместе с мостом также был поставлен и кардан от Соболя, который я срастил, и туда как бы в мост без проблем стал, потому что мост Соболя, кардан Соболя соединился. Немного пересверлился под подвесной, и единственное, часть кардана поменял, которая уходит в коробку, потому что на Соболе соединение с коробкой, конечно, не такое, как здесь на Форде. Ну вот, в принципе, все работает без всяких проблем. Так что, как я это все срастил? Значит, снял мост с Форда и купил Соболя. Рядом их поставил, пометил на... Ну, сперва с Соболевского площадку срезал под рессоры. Пометил на Соболевском мосту, где... Ну, они рядом стоят, мосты как бы. Пометил, где на Фордовском стоит площадки под рессоры. Пометил, потом с Фордовского срезал эти площадки и проушины под амортизаторы. И все на эти места потом приварил. Ну, единственное, сварщика, конечно, профессионального приглашал. Все, подкатил мост туда, стал он без всяких проблем. Вот так вот.